Добрый вечер, дорогие телезрители. В студии канала «Самара ГИС» Алексей Зюзин. В эфире проект «Жигулевские ворота». Как вы помните, именно в этом году наш город отмечает столетие самарского футбола. Телеканал «Самара ГИС» посвятит этой дате ровно 100 выпусков программы. Давайте вспомним о знаковых футбольных событиях, датах и именах за 100 секунд. В 1915 году российское правительство озаботилось физическим состоянием населения. Причиной стал, как тогда говорилось, высокий процент брака среди призывников-новобранцев. А ведь шла Первая мировая война. Спешно созданная в Самаре футбольная команда «Гигант» должна была привлекать и рекламировать массовый спорт. Именно «Гигант» стал ни много ни мало прообразом современных команд-мастеров. Правда, просуществовал он недолго, но фактически была сделана первая попытка сформировать не собирающуюся от случая к случаю сборную, а постоянно действующую футбольную команду из лучших игроков города – железнодорожников, гимназистов, семинаристов, всех других сильных футболистов. А теперь по традиции вопрос от нашего земляка. Проверьте свои знания в истории футбола. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Назовите рекорд команды «Крылья Советов» по количеству забитых мячей в течение сезона во всех дивизионах чемпионата СССР. Отвечайте правильно и получайте ценные призы. Полная информация, как всегда, на сайте samaragis.ru. До встречи!